зовут Громакина Ярославна Сергеевна. Я являюсь участницей конкурса управленцев «Лидеры России», потому что для меня этот конкурс – это новый мир возможностей, где я смогу раскрыться, показать свои личные качества, познакомиться с новыми, интересными, талантливыми людьми, заручиться поддержкой хорошего наставника. И я приложу все силы для того, чтобы попасть в списки финалистов. И в случае победы я потрачу грантовые деньги на свое образование. Так как придерживаюсь такой цели, каждые 5 лет новое высшее образование. И основным девизом у людей, которые хотят получать новые знания, должна быть фраза «Я хочу учиться». Не меня должны научить, потому что никто вам ничего не должен, а именно «Я хочу учиться». Площадка «Лидеры России» уже помогает мне учиться. А в дальнейшем я хочу попасть в высшую школу управления для знакомства с лучшими управленцами страны. Что касается моего главного профессионального достижения, то на данный момент я очень горжусь проектом, который я реализовала в прошлом году. Этот проект называется «Stop Spice», и он был направлен на профилактику и борьбу с новыми синтетическими наркотиками спайсами. Он включал в себя перекрытие надписей, рекламирующих спайсы, то есть не простое закрашивание, а именно перекрытие. И перекрывали его надписи, пропагандирующие здоровый образ жизни, занятия спортом и патриотизм. Напротив техникума и школ были размещены красочные билборды, которые призывали отказаться от наркотиков в пользу здорового образа жизни. В школах и среднеспециальных учебных заведениях, а также в вузах я читала лекции на тему вреда спайсов. И в конце года мною был организован благотворительный концерт против наркомании. За время реализации проекта я поняла, как это сложно, с какими трудностями приходится сталкиваться, даже реализуя подобные проекты, направленные в целом на оздоровление нации. Зато приобрела большое количество новых знакомых, даже друзей. Это был бесценный опыт, и я надеюсь, что проект «Лидеры России» станет еще более глобальным и всеобъемлющим. Спасибо.